Рум-на-Еру. Основное понятие. Циклический круговорот в природе. Великое колесо года. Глубинные силы рождения плода. Все события, происходящие под Руной-Еру, получают помощь и поддержку божественных сил. Вознаграждение соответствует длительности усилий. Нужно уметь распознавать тот момент, когда урожай уже созрел. Урожай бывает разный, что посеешь, то и пожнешь. Награда за своевременное действие, ожидание благополучия и хорошего урожая. Перед вами завершающая задача – убрать урожай, что требует усилий. Еро благоприятно в духовном смысле. Дух пытается проявиться в человеке, открыться миру, так как прежде всего Еро имеет отношение к духовной жизни, к высшему проявлению Духа. Руна требует активного, настойчивого, живого отношения к происходящему. С приходом руны Еро мы не имеем права пускать ситуацию на самотек. Мы должны разумно, здраво закончить очередной этап, так как Еро не делает за человека его работы. Необходимо быть благодарной Руне за то, что она обозначила завершение какой-то задачи или ситуации. Еро – это все-таки руна удачи, фортуны, благодати, обращение внимания светлых сил лично на вас. Это поддержка на пути, выход на правильную дорогу. Нужно просто приложить усилия, внимательнее смотреть по сторонам, чтобы не проглядеть время удачи сбора урожая. Не следует тревожиться, когда приходит руна Еро. Мир и спокойствие породят материальное благосостояние. Как и все руны, прямое перевернутое положение которых совпадает, эта руна заключает в себе обе стороны вопроса – и урожай, и весь цикл его достижения.